Великолепная семерка. Павел Коньков встретился с ивановскими докторами, которые вошли в топ-500 лучших терапевтов страны. Рейтинг составляли на основе данных по более чем 45 тысячам врачей общей практики. Оценивали качество работы по уровню смертности, числу госпитализаций, количеству пройденных диспансеризаций на каждом участке. В топ-500 вошли семеро медиков из Иваново. Все они работают в одном лечебном учреждении – 7-й городской клинической больнице. Оценка рейтингов, скажем, по терапевтам участковым – это подход совершенно правильный. 7 наших терапевтов попали в этот рейтинг, и это, наверное, чуть больше, чем в среднем бы должно быть по стране. Люди удивительные, самого разного стажа, значит, самого разного подхода. Кто-то более серьезен, кто-то более весел. Проблемы, о которых они говорят, ну, в общем-то, мы это представляем, да, это продолжающиеся типы отчетных документов, которые им приходится выписывать. Это понятно, что большой объем по работе, связанный с диспансеризацией, а это во всем мире основа здоровья. Но при всем при том, это люди очень позитивные. И, наверное, не позитивно настроенный человек работать на этой должности не может.